Форум креативных территорий третий год подряд проходит в Нижнем Новгороде. Одна из главных тем – это сохранение народных художественных промыслов. В рамках форума прошла торжественная церемония награждения представителей отрасли народных художественных промыслов. У нас сегодня была жаркая дискуссия, был разговор, что называется, без купюр. И мы иногда слышали упреки, претензии, но тем не менее очень важно, что мы вышли на какие-то решения. Поэтому я уверена, что те шаги, которые сделаны, и благодаря вот этой совместной работе с регионами, у нас будут развиваться и народно-художественные промыслы. Нижегородская область является абсолютным лидером, либо первое, либо второе место в зависимости в России, в зависимости от там, показателя количества народно-художественных промыслов, количества предприятий, объем реализации. Мы привыкли это слышать, но не у всех есть такое богатство. Это городецкая роспись, это чкаловский купюр, это балахнинское кружево. За каждым продуктом, за каждым изделием, предметом искусства стоит человек. Вот мы считаем, что только через авторский продукт, через культ автора, если хотите, культ мастерицы, можно действительно показать, насколько это сложно, красиво и важно, и интересно.